Фантазия людей неисчерпаема. Вот и французские дизайнеры дали фарфору, по сути, новую жизнь. Теперь из него делают дамские, мужские и даже детские украшения. Они очень популярны в Европе и постепенно завоевывают российский рынок. В Сочи такие необычные изделия привезли во второй раз. Их можно увидеть на выставочном стенде B1. Фабрика выпускала статуэтки для коллекционеров. У владельца фабрики выросли две дочки. Младший дизайнер по образованию придумал, что парформу не только держать на полке, но и носить на себе. Старшая помогла ей сделать из этой затеи модную марку Bijouterie Nash. Кольца из фарфора, серьги, подвески, броши, браслеты. Все изделия яркие и тематически навеянные природой. Фарфоровые украшения из Франции – это ваш шанс стать первыми в Сочи обладателями эксклюзивных изделий. В них соединились и душа художника, и передовая технология по изготовлению фарфора. Есть украшения, во-первых, для мужчин. Появились такие вот крупные мужские браслеты. Есть заколки в галстук, есть запонки. И даже для, скажем, бизнесменов украшения для рабочего стола. Что подарить человеку, у которого все есть? Крокодил на рабочий стол, который к тому же еще и степлер. Все это для желающих выделиться. А вот Ленерит – это уже другая марка. Все изделия утонченные, ручная работа и каждая коллекция тематическая. Привлекают внимание посетителей золотые и серебряные украшения из Италии, плюс бижутерия. Смелая дизайнерская идея сделает образ любой модницы необычайно привлекательным. У нас представлены изделия из золота. Это компания Фальчинелли. Это камни фантазийной обранки. Вот такие большие, крупные, эксклюзивные изделия. Эти изделия, которые сделают женщину необыкновенной. Есть изделия для женщин необыкновенно решительных, смелых, энергичных. Яркая крупная бижутерия, несомненно, не оставит никого равнодушными. Одним словом, только на выставке «Золото летней столицы» можно удивить и себя, и своих родных и знакомых. Вплоть до 11 августа. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.